2018 года был Ким судья Центрального района суда по другим отделам Сметаренко с участием старшего следователя по особо важному делу представителя Следственного комитета Российской Федерации по городу прокурора отдела прокуратуры Кировской области Дубина обвиняемого Мамонтова, защитника адвоката Мамонтова с участием потерпевших представителей потерпевших пресс-секретарей Шведова, рассмотрев постановление возбуждения ходатайства об избрании меры пресечения и заключения по статье в отношении Мамонтова Александра Сергеевича, 21.06.1972 года, рождения уроженца города Кемерово, гражданин Российской Федерации с высшим образованием, женатого имеющего наследство несовершеннолетних детей Мамонтова Семена Александровича 16 мая 2001 года, рождения Мамонтова Алексея Александровича 14 мая 2007 года рождения, работающего руководителем ГУ МЧС по Кемеровской области, зарегистрированного по адресу города Кемерово, проспект Московский 31 152, проживающего по адресу города Кемерово 15 микрорайон квартал 6-10-34, соответствующий под стражей с 25 мая 2018 года, обвиняем в совершении преступления, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил 25 мая 2018 года, следовательным криминалистам следственного отдела по Завадского района города Кемерово, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 219, частью 3, 109, частью 3, 238, частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, срок предварительного расследования проведен исполняющим обязанности первого заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 10 апреля 2018 года до 4 месяца, номер суток от всего до 6 месяцев номер суток, то есть до 25 сентября 2018 года. 25 мая 2018 года с данным уголовным делом одно производство соединено уголовное дело в отношении Мамонтова в участии 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и в участии 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в тот же день соединило одно производство соединяющим уголовным делом. Представление соответствующего номера. 25 мая 2018 года уголовное дело принято следовательным производством. 25 мая 2018 года в 11:50 номер Мамонтова задержан по ряду статьи 91 УК Российской Федерации в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. 25 мая 2018 года Мамонтову предъявлено обвинение в участии 4 статьи 160, частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Старший следователь по особо важным делам, председатель Следственного комитета Российской Федерации Кабдулин, ходатайство об избрании в отношении Мамонтова меры пресечения и заключения по страху. Судебное заседание прокурора отдела прокуратуры Кемеровской области Дубин заявил ходатайство о продлении срока задержания до 72 часов в связи с тем, что необходимо предоставить суду форму объявления в надлежащей форме доказательства обоснованности заявленного ходатайства об избрании Мамонтова меры пресечения в виде заключения по страже. В частности, полагаю, что не в полном объеме надлежащей форме представлены документы, представленные 1435 тома 2, листы дела 1 тома 3 и на листах дела 132-136 тома 3. Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации Капулин возражал против удовлетворения ходатайства о продлении срока задержания обвиняемого Мамонтова 72 часа, полагая, что представленный органом следствия материал является полным необоснованным. Аналогичное мнение высказала сторона потерпевшего, полагая, что заявленные прокурором доводы являются необоснованными. Обвиняемый Мамонтов и его защитник адвокат Новикова оставили разрешение заявленного ходатайства на усмотрение суда. Суд заслушав участников процесса, получив представленные материалы, приходит следующий вывод. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения и заключения под стражу в отношении Мамонтова, подано в суд согласие надлежащего должностного лица в соответствии с принятой статьей 8 УК Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела при наличии достаточных оснований для его возбуждения. Как установлено судом, задержанный 25 мая 2018 года Мамонтову органами следствия инкриминируется совершение в силу положения статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления по смотру статьи 660 часть 4, 293 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено лишение свободы на срок свыше 3 лет. Как следует из представленных материалов, органы следствия полностью соблюли порядок сроки задержания Мамонтова, предусмотренные статьями 91 и 92 УК Российской Федерации по обвинению в совершении преступления, предусмотренной статьей 160 часть 4, статьей 293 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации в пределах срока следствия, установленного как следует из представленных материалов. Согласно пункту 3 части 7 статьи 108 УК Российской Федерации, одним из видов постановления, которые судья вправе вынести при рассмотрении ходатайства следователя, является постановление о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ее дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения без исключения по страже. Постановление о продлении срока задержания указывается датой времени, на которой продлевается срок задержания. Таким образом, в целях реализации прав участников процесса, в том числе и права на защиту обвиняемого Мамонтова, соблюдение баланса интересов участников уголовного судопроизводства, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство прокурора отдела прокуратуры Кемеровской области Дубина о продлении срока задержания обвиняемого Мамонтова до 72 часов для предоставления доказательств, обосновывающих заявленное ходатайство об избрании в отношении Мамонтова меры пресечения без исключения по страже полного объема надлежащей формы. На основании сложного руководства статьи 108 части 7 части 3 УК Российской Федерации постановил продлить срок задержания Мамонтова Александра Сергеевича
21.06.1972 года рождения, уроженца города Кемерово, обвиняю в совершении преступления, предусмотренной статьей 160, части 4, статьей 293, части 3, по кодексу России 15 до 72 часов с момента вынесения настоящего постановления, то есть до 16 часов 29 мая 2018 года. Отложить рассмотрение постановления старшего следователя по особо важным делам председателя Следственного комитета Российской Федерации Габдуллина о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения и заключения по страже в отношении Мамонтова Александра Сергеевича 21.06.1972 года рождения, уроженца города Кемерово, на 28 мая 2018 года на 10 часов. Настоящее постановление может быть обжаловано в Кемеровской областной по течение трех суток с момента его приглашения. Судья Кузьмин. Судебное заседание объявляется закрытым. 28 суток? Да.